Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Дочери Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова в августе исполнилось 3 года. Маленькая Маша уже успела стать звездой социальных сетей родителей и завоевала сердца поклонников. Игорь Макаров поделился в своем блоге роликом, на котором Маша запечатлена в возрасте от года до 3 лет. Напомним, что Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз в 47-летнем возрасте. Она подарила прекрасную дочь своему молодому супругу Игорю Макарову. Пара очень счастлива в отношениях, несмотря на большую разницу в возрасте. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.